Всем доброго дня! Вы на канале интернет-магазина ИУС научного центра frontcamp.ru. У нас сегодня на установке автомобиль Kia Sorento. Со самого первого поколения, получается, сюда установили головное устройство от компании Letran с размером экрана 9 дюймов. Она встает сюда через переходную рампу. Переходная рампа найдет в комплекте, и она, получается, то есть огибает вот эту вот часть, то есть проставка идет именно под климат. И получается таким сверхним небольшим козырьком. Встает у нас сюда без доработок. Единственное, то, что здесь остается вот такая вот небольшая щель сверху. Еще один нюанс, это по поводу антенны. Тут есть штатная антенна, которая при включении зажигания, она, соответственно, вот с той стороны выдвигается. При замене магнитола она автоматически не выдвигается, но мы сделали обходное решение. То есть мы, получается, установили вот сюда вот такой вот тумблер-переключатель. И при ее нажатии у нас автоматически выдвигается антенна. Если же мы тумблер выключаем, то она автоматически обратно складывается. А касательно магнитолы, сюда установили от компании Letran с размером экрана 9 дюймов, с матрицей IPS, и идет 4 гигабайта оперативной памяти, что позволяет нам практически загружать любые приложения, так как магнитола достаточно мощная. Из предустановленной навигации у нас здесь стоит Яндекс.Навигатор, есть Google карты. Телефон вы можете подключить сюда по Bluetooth для того, чтобы разговаривать по громкой связи, соответственно, выгружать телефонную книгу и уже включать также музыку. Помимо касательно громкой связи, здесь, получается, стоит встроенный микрофон. И в комплекте есть еще выносной, который мы установили на водительскую стойку. Обязательно рекомендуем его провести, так как он обладает гораздо лучшим качеством связи, чем, допустим, встроенный. В магнитоле есть встроенный DSP-процессор, что позволяет нам улучшить звук и так, как вы хотите. То есть тут есть широкополосный эквалайзер, то есть очень много настроек звука. То есть искушенных меломанов оно не оставит равнодушным. Далее, приложение вы можете скачивать с помощью браузера Google Chrome, там со сторонних сайтов, либо же простым способом, это с помощью Google Play, то есть вот Play Market есть. А для того, чтобы нам скачивать, нам нужно устройство подключить, получается, к интернету. Это вы можете делать с помощью Wi-Fi, то есть вы можете подъехать к любому Wi-Fi источнику, либо же с телефона можете раздать точку доступа, либо же переносной модем. Касательно USB выходов, они у нас, мы вывели их в бардачок, то есть вот два разъема USB для подключения внешних носителей, и также можно подключить сюда переносной Wi-Fi модем для того, чтобы он получал питание и раздавал, допустим, интернет на магнитолу. Тем же можете пользоваться таким сервисом, как, допустим, YouTube, можете просматривать видеоролики. Здесь шторка опускается, как в телефоне, то есть сюда приходят всякие уведомления. И, соответственно, иконки управления магнитолой. Скорость YouTube зависит напрямую от вашего интернет-соединения, насколько оно быстрое. Сейчас, по-моему, у нас еще и обновляется приложение. Да, вот как мы видим. Автообновление вы можете отключить в настройках Play Market, если это необходимо. У нас также получается адаптирована подсветка, то есть при включении габаритных огней у нас включается боковая подсветка клавиш и изменяется, получается, яркость самого дисплея. Для быстрого переключения дневного и ночного режима. То есть, проще говоря, это как любое Android-устройство, как телефон, только в виде магнитолы. То есть можем, соответственно, пользоваться практически любыми сервисами. Единственное, то, что нельзя напрямую с магнитола звонить. Но вы можете позвонить, вот как я ранее говорил, с помощью синхронизации по Bluetooth. На этом все. С вами был интернет-магазин frontcamp.ru. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.